Да я тебе говорю, ты не чайник! Ты чужой! Почему? Вы меня напугали. Напугал? Почему напугал? Я ведь не страшный. Вы страшный, если неожиданно. Извините, конечно. Зачем бояться? Зверя надо бояться, человека не надо бояться. Уже не боюсь. Помогите, пожалуйста. Подержите мне ее. Ага, вот так. Как же вы там спали? Холодно же. Да и жестко, наверное. Постучались бы. Зачем? Зачем стучаться? Зимой надо стучаться. Афанасия знаешь? Афанасия? Так он сейчас придет. Сюда. Он тут работает, чайную ремонтирует. Вы бы сходили к нему. Там, в дом. Знаете? Да, придет. Тут его подожду. Ну, как хотите. Вы садились бы, чего зря стоять. Присаживайтесь. Доброе утро. В Москве 4 утра. Мы продолжаем нашу музыкальную программу. И сейчас для вас прозвучит песня в исполнении Валерия Ободзинского. Отличный. Опять. Почему мне так не везет? В мае здесь стояла замечательная погода. Помнишь? Ну вот. Я ухожу в отпуск, начинается дождь. Приезжаю к морю, шикарный отель, спа, все такое. И там начинается дождь. Хотя за день до этого стояла отличная погода, светило солнце. Ужас какой-то. Приезжай сюда. Выхожу на работу, и вот тебе, пожалуйста, прекрасные деньки. Скажи, ты ждал меня хоть немного? Или совсем не ждал? Ну ладно, можешь не отвечать, это я так спросила, от нечего делать. А все же денек сегодня будет чудесный. А пойдем сегодня на танцы? Ну, сейчас ты скажешь, что это безумие, что для танцев ты устарел. Молчишь? Ты что, спишь? Ну и спи.
Спать на это ты способен. Это единственное, что тебе не болит. Что-то случилось. Что тут делаешь-то? Спал, что ли? Отдыхал маленько. Кто тебе разрешил? Ночью пришел. Из тайги пришел. Зачем? По делу пришел. Знаем мы ваши дела. Налишься, понимаете ли, вот и все ваши дела. А пришел, так иди в гостиницу. Тут люди питаются, а ты грязь разводишь, безобразие. Доброе утро. Ага. А где буфетчица? Не волнуйтесь, сейчас придет. Садитесь, обождите минуту. Опять опаздывает. А между прочим, уже 10 минут девятого. И что? Ага. Угу. Здрасте. А здравствуй-ка, Илья. Здравствуйте, здравствуйте. Давно ты к нам не заявлялся. Да, давно, давно. Завтракать будешь? Спасибо, спасибо. Здравствуйте, тетя Аня. Здравствуй, Валентин. Две яичницы с беконом для олигарха. Опаздываешь, Анна Васильевна. Пораньше вставать надо. Ой, тебя забыл спросить. Дисциплина, между прочим, для всех существует. Ты уж не первый раз, систематически. Кстати, сигналы на тебя поступают. Да иди ты своими сигналами. Достал. Сейчас бы взяла и сбежала, куда глаза глядят. Да ты че? Тебе что, здесь плохо живется, что ли? А че хорошего-то? Куда ни повернись, тайга на 100 верст вперед в любую сторону. Иной раз думаешь, так душно делается. Глуп, между прочим, рассуждаешь. Сейчас все должно измениться. Комаров меньше станет. Ты зря иронизируешь. Ты, кстати, буровые в Потеряевке видела? Раз пошла большая нефть, значит, пойдут большие бабки. Вот. Нос надо по ветру держать. Понимаешь, вопрос решать. Ты лучше скажи мне, когда ты женишься? Уж я жду, жду. Твое, между прочим, какое дело? Ну, как-то какое дело? Ты бы женился бы, слава богу, дом бы питался. Вот и дружил бы, так вот дружил. Доброе утро. Чайная. Открылись. Ремонт? Идет ремонт. Дай идет мне. Ремонт. Заканчиваем ремонт, заканчиваем. А? Работаем полный день до 10. Я эти сижу? Да. Всегда рады вас видеть. Доброго вам здоровья. Тоже, между прочим, безобразие. Ремонт затягиваете. Да. Это меню у вас однообразное. Котлеты вчерашние. Илья, иди сюда. Иди, садись. Ты когда пришел-то? Ночью пришел. Ночью. Ну а чего ты не постучался? В доме места мало, что ли? А, дружок твой ковыляет. Идол безобразный. О, кого я вижу? Здорово, брат, здорово. Здорово, Афанасий, здорово. А я уж думал, тебя и на свете нету. Так вот. А, обрадовал человек. Постарел. Постарел, брат. Ну, молодец. Долго живешь. Илья, а ты когда жену-то похоронил? Прошлым летом или позапрошлым? 2 лета прошло. С тех пор, значит, один? Старику-то мыслим ли, а? Одному неинтересно. Да, неинтересно. Анна!
Ладно, ну? Ну что, ну-то, Павел там проснулся? Встал твой Павел. Рожу свою бреет. Нахальную. На свою-то посмотри. Он свою хотя бы бреет. Объем сейчас говорить не будем, поняла? Ничего, сам начал. Анна, я тебе про Павла все сказал. Пусть он уматывает. У него отпуск закончился? Все, терпеть его больше не намерен. На этом точка. Сейчас разговор другой. Ко мне друг пришел. Слышь? Я это... Не слышу и не желаю слышать. Ну? Я тебе сказал, но! Ну что ты все, ну да, ну, запряг, что ли? Гостя принимай, чего? Твой гость, ты его и принимай. Афанасий. Да зачем шумишь? Не надо шуметь, Афанасий. Чего ты рассиживаешься вообще? Дело надо делать. У меня твой ремонт уже в печенках сидит. Анна, ты у меня сегодня с утра выпрашиваешь. Ни грамма не получишь, ни капли. Точка. Валентина! Сейчас. Валентина, брось! Детством занимаешься. За Боровым присмотри. Да про баню не забудь. Будешь воду носить, смотри, чтоб куры в огород не попали. Ну действительно, ну что ты все с этим палисадником? Ну даром ведь упрямишься. Ну двое он что ли? Ходит народ поперек и будет ходить. Че ты ее учишь? Учит ее, учит. Че ты учишь ее? Подойди, хочешь чудит, пусть чудит. Учит ее, учит, учит. Я правильно говорю? Верно, Афанасий, верно. Однако добрая девушка. Не полисадник, а анекдот ходить. Кому он сдался поперек дороги? Ну что ты, якищу? Валентина! И вообще, имей в виду, если эти безобразия будут продолжаться, я прикрою эту лавочку, имей в виду. Человек ушел. Большой, однако, начальник. Дуэт, что ли? Да. Местный, олигарх. Совсем богатый. С Анной вот эту чайную напополам держит. Палатка у него на рынке. А, строгий, однако. Строгий. Да несешь... Куда там? Корчишь ты себя. Помочь мне. У тебя деньги есть? Деньги есть, маленько. Ну, давай их сюда. Вот несовестно тебе. А тебе и тебе несовестно? Илья, не смей ему ставить, не смей. А не твое дело. Не слушай ее, Илья. Давай. Так нехорошо, так тоже нехорошо. Надо немного выпить. Угу. Ну ты вот куда? Все заодно, а? Алкоголики. Давай, давай. На! Подавись. Ты возьми стаканы и поднеси. По-человечески. И не подумаю. Вот ты сам возьмешь, и ничего с тобой не сделается. Я подам, тетя. Обойдутся. Сядь, Илья. Неси ее сюда. Сейчас. Тороплюсь. А я тебе говорю, неси ее сюда. А я говорю, не дождешься. Да будет вам, тетя Ань. Ну твое какое дело? У тебя нет другого, что ли? Пол девятого уже. Он следователь. От аптекарши спускается. Давай, давай, шевелись. Люди скоро завтракать придут. Одна. На, на, на. И больше не получите. Слушай, что за шутки? Да какие уж тут шутки. Крадешься, как вор. А ты как хотела? Чтобы мы в обнимку ходили? Это ты такой старомодный или меня стыдишься? Ходишь от меня по этой лестнице уже третий месяц. Ты думаешь, в Чулимске остался хоть один человек, который тебя тут не видел? И что? Может, нам теперь рассветы встречать здесь? На крыше. И оденься попроще. Скромнее. А?
Ладно, ты иди, я, кажется, деньги забыла. Да, и не оставляй больше у меня эту штуку. Здрасте. 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 Ну давай, за встречу. Илья, а дочь-то твоя где? Ну, где живет-то? Дочка? В Ленинграде была, не знаю где. А письма-то пишет? Нет, не пишет. Беда это. Беда. Неважные твои дела, брат. Неважные, неважные. Зверей в тайге стало мало, руки стали болеть. Неважно, неважно. А пенсию не дадут? Пенсию? А сколько тебе лет-то? 60. Было. Давно было? Петька Зингеев давно получает. Петька Зингеев? Ты с Петькой-то себя не равняй. Петька же зарплату получал. Он всю жизнь от этого, от лесничества проработал. Ну а что, Илья, что ли, не работал? Работал? Вот. Работал. Проводником у геологов работал. 40 лет работал. Документы у него есть? Справки у тебя есть, что ты у геологов-то работал? Есть у тебя? Ну? Трудовая книжка. Есть? Все. А если нет, значит, ты и не жди пенсию. Понял? Долго, барышня, спишь? Поди, сны все досматриваешь. Ладно, Анна Васильевна, не острите. Простокваша есть? Есть простокваша. Булочки вчерашние. Я, Афанасий, работал. Ты же знаешь. Да я-то знаю. Со мной пойдешь, расскажешь. Разве не поверят? Илья, ну глупый ты человек, ей-богу. Тебе пенсия оттуда он причитается. А здесь ты ее не жди. Здесь тебе не обломится. Да сперва надо толком все разузнать. Ну, Илья, и не пил бы ты больше, а шел бы в собес или куда-то. И тебе то же самое. Не грех бы остановиться и об работе подумать. Доброе утро. Владимир Михайлович, ждем вас, ждем. Валентина, одну яичницу. Да. И чаю. Вот и правильно. Не то, что эти. Вон, ни свет, ни заря уже запузыривают. Не рано ли? Вы как знаете. А нам не рано. В самый раз. В таком случае, Анна Васильевна, стаканчик венца. Владимир Михайлович, ну вы-то что же? Венца. Угу. Венца, не более того. Ну. Зина, может... Спасибо. Так-то, брат Илья, в собес ты, конечно, сходи, но на пенсию между нами, говоря, не рассчитывай. Давай пока лучше выпьем. За любовь, без обмана. Я к вам присоединяюсь. Владимир Михайлович, а тут такое дело, вы в курсе, наверное? Что, Анна Васильевна? Вот человек у нас, Еремеев Илья. Он за пенсией пришел. Ему 60 лет было давно. Он всю жизнь у геологов проводником проработал. А документов нет. Ни справок, ни трудовой книжки, ничего нет. Вот что тут делать, а? Это вы, Еремеев? Еремеев. Ивенко по национальности. А, Ивенко, Ивенко. Ивенко? Ну, только что фамилия русская. Ну, крещеный он. Ну, паспорт у него, надеюсь, есть. Паспорт есть.
Что ж, в таком случае надо взять с места работы справки. А где же их взять-то? Геологи-то все уже давно разъехались. А кто и помер? Ну, не знаю, существуют же архивы. Придется вам это дело углубиться. Кому углубиться? Ему углубиться? Ничего не поделать, придется поесть, похлопотать. Неужели ничего нельзя сделать? Не знаю. Я тоже хочу на пенсию. Спасибо. Недожаренное, как ты любишь. Наша кухня делает успехи. Давай, Илья, живо будем, не помрем. Помрем, помрем. Да я... Так, ну все, закрылась лавочка. Не мется тебе, да? Хватит выпивать, я сказала. Дай бутылку. Не трогай ты меня! Дай бутылку. Так, все. Иди сюда. Давай. Выпивка. Дай бутылку, не трогай меня! Что бутылку? Куда ты едешь сегодня? Что там новенького, хорошенького? Одно и то же. Горбанули киоск с водкой Потеряихи. В Табарсуке. Тракторист избил жену. За что? Избил? Как нам оттуда сообщили, за нетактичное поведение. За что? Наверняка из ревности. Бешено, когда все это кончится. Ну, знаешь, если бы все были такими благоразумными, как ты. И прекрасно. Тогда, может быть, меня отпустили бы на пенсию. Не подерутся они там? Вполне возможно. А знаешь, почему у них так? Почему? Она его любит. И он ее тоже. Они любят друг друга, как в молодости. Только бы они друг друга не убили. В последнее время они что-то чересчур усердствуют. Это потому, что здесь Пашка. Ты знаешь, что Афанасий ему не отец? Представляешь, до сих пор не может ей простить. До сих пор страдает. Разве это не любовь? Скажи. Что ты хочешь от меня? Я? А как ты думаешь? Чтобы я на тебе женился? Возможно. Но не это главное. Не знаю, мне такое впечатление, что ты хочешь от меня чего-то невозможного. Ну, спасибо тебе. Умеешь ты выразиться деликатно. Здрасте. Здрасте. Добрый день. Ну да ладно. А пойдем сегодня на танцы? Куда? Потеряйху. Или Ключи, там сегодня танцы. Потеряйху, Ключи. Ты шутишь, правда же? Почему? До Ключей 7, до Потеряихи 5 километров. Отличная прогулка. 5 туда, 5 обратно. 10 километров. Алкоголики, а? Дров наколол? Наколол. Баню сегодня протопишь? Пусть инвалид протопит. Я говорю, ты протопишь. Не слышишь? Ты протопишь! Ну ладно, ладно, там видно будет. Дай покурить спокойно. Хочешь сказать, ты покурить сюда пришел? Денек сегодня будет. Законный денек. Не твой. Денек, Павел, не твой. Ты надумала? Чего? Чего я тебе говорил? Ну, разговор наш помнишь? Разговор это про чайную, что ли, продать? Вот чего думала. Ты пойми, мать, что в бизнес вложить надо чего-то иметь.
А что ты имеешь с этой чайной? Ну, Паш, какой бизнес в Челимске, а? Ну не скажи. Городские давно примериваются, как бы здесь развернуться. Хана старому Челимску. Не то ты говоришь, Павел. Сынок, не то. Говорят, ты был совсем другим человеком. Не таким, как сейчас. Жена, говорят, у тебя была. Чья-то там дочь. И очень красивая. И вообще, ты процветал. Ну, так говорят. В общем, в городе я встретила одну знакомую, Ларису, из Горздрава. Знаешь такую? Не помню. А она тебя помнит. Оказывается, ты разъезжал солидные иномарки. Она так сказала. У него было все, чего ему только не хватало, не понимаю. А еще она сказала, он бы далеко пошел, если бы не свалял дурака. Это ее слова. Что с ним тогда стряслось, не понимаю. А мне кажется, я знаю, в чем дело. В чем? Год назад чей-то сынок на машине по пьяни сбил ребенка. Было такое. Девочка осталась калекой. Тебе поручили это дело, верно? Никто не думал, что ты захочешь его посадить. Слишком высоко стоял его отец. Ну, сейчас высоко стоит. И у тебя ничего не получилось. Суд перенесли. Следствие передали другому, но ты, говорят, на этом не успокоился. Он уперся, как бык. Не знаю уж, кем он себя вообразил, но он тронулся, это точно. Он ушел от жены, нигде не показывался, одеваться стал кое-как. Короче, совсем опустился. Ты ее не припоминаешь, Ларису? Глаза у нее такие. Волосы черные, крашеные. Что еще? А, ногти. Вот ногти у нее чудные. У них там у всех чудные ногти. Так что тогда произошло? Мне просто указали на мое место. А я думаю, ты добивался справедливости. Допустим, что из этого? Это здорово. Это безумие. Между прочим, суд состоится на днях. Я получил повестку. Да? Кое-кто в городе надеется, что я примчусь туда и буду на этом суде выступать. А ты? Ты поедешь? Мое выступление ничего не изменит. Ничего! Ровным счетом ничего. А раз так, значит, оно никому не нужно. Мое выступление. Ты в этом уверен? На 99%. 1% остается. 1 против 99. Это шанс для умалишенных. И оставим этот пустой разговор. Ну, как хочешь. А знаешь, что сказала Лариса, когда узнала, что ты здесь? Я надеюсь, он очень постригся в монахи. Вспомни. У нее... Здесь маленький бриллиант в коронке. Как надо смеяться, бриллиант блестит. До сих пор блестит. Вспомнил, вспомнил. Не глупая баба. Ну, подлая. Долго что ее вспоминал. Зинка! Зинк! Ну ладно. Зинка! Пойду в свою аптеку. Зинка! Ты тут? Когда увидимся? За ужин? Да куда я оденусь? Тебе нужно, Павел, уезжать. Вот, в гости называется, приехал к матери родной. Ты меня гонишь, что ли? Не гоню. А пора тебе.
Гулял свое. Где она? Послушайся, Павел, матери, уезжай. Пустое твое дело. Обижаешь мать. Помочь бы могла. Чем? Кому ты нужен? Кроме меня. Чем тебе поможешь, а? А не поможешь, значит, не мешай. Здравствуй, Валентина. Здравствуй. Для дежурной? Для Шаманов. Жду машину в Табарсук. Скоро, а когда? Скажи им, пусть подъедет чайный. Жду его здесь. Скажи, пусть поторопится. Погоди, чего ты как не родная? Пусти. Выйдешь вечером? Нет. Ты не торопись, ты подумай. Я тебе уже сказала, пусти. А я тебе скажу, Вась, зря ты вертишься, никуда ты от меня не денешься. Пусти! Слушай, нельзя ли полегче? Что такое? Я говорю, нельзя ли полегче с девушкой? А что такое, что тебе не нравится? Не, серьезно! Чем ты недоволен? Я разговариваю с девушкой, а ты что, недоволен, что я с ней разговариваю? Да я доволен, девушка недовольна. А что ты волнуешься? Кто ты такой? С какого боку? Павел, Павел, ты как с людьми разговариваешь, а? Учти, следователь, к Валентине ты больше не касайся ни под каким видом. Я тебе серьезно говорю. Нальет, нальет, куда денется? Уже не хорошо. Давай, давай. Однако маленько налей. Нет, нет, все. Все, ни капли, и точка. Ну не твои же деньги, чего ты? Я сказала, хватит. Все, не получите больше. Обслужить клиенты никаких. Эй, дети! Выйди из буфета по-хорошему. Что? Афанасий. Павел, помолчи. Афанасий, выйди. Ну выйди. Это ты мне? Щенка своего позвала. Думаешь, поможет? Афанасий, выйди. Заткнись, не то. Не то что? Афанасий. Афанасий, перестань. Налью я тебе, налью. Да куда ему наливать? Хватит, налил хочешь, ты пораньше. Ну и что дальше будет? Паш, ну я тебе сказал, пойдем. Ну что, и что? Подзаборник. Павел, Павел, молчи. Хватит, не надо. Ну давай, десантура, покажи. И что? Ну, Шаман. Афанасий, зачем шумишь? Не надо, его, не надо, не трогай его. Афанасий. Афанасий. И что будет? Нет, 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 я сказал. Не надо. Паша. Да пошел он, сама с ним возись. Паша, помоги. Паша, давай уйдем его отсюда. Ладно, мать, не мешай. Ой, Паша. Башкой его не долбани, Паша. Веселенько утро, ничего не скажешь. Паста, осторожно. Сын, ну, ты как-то... Погоди, мать, не гунди. Ага, ага. Отцепись от меня, зараза. Валентина,
вот я все хочу тебя спросить. Зачем ты это делаешь? Вы про палисадник, зачем я его чиню? Да, зачем? Ну, разве не понятно? Меня все уже спрашивали, кроме вас. Я думаю, вы понимаете просто. Нет, не понимаю. Я чиню его для того, чтобы он был целый. Да? А мне кажется, что ты чинишь палисадник для того, чтобы его ломали. Я чиню палисадник для того, чтобы он был целый. А смысл? Стоит кому-нибудь пройти и... Не пускай. Я починю его снова. А потом? И потом до тех пор, пока они не научатся ходить по тротуару. Напрасный труд. Почему напрасный? Потому что они будут ходить через палисадник всегда. Всегда? Всегда. А вот и неправда. Некоторые, например, и сейчас обходят по тротуару. Неужели? Ну, вот вы, например. Я? Ну, не знаю, не замечал. Во всяком случае, пример неудачный. Я хожу с другой стороны. Ну, и с этой-то вы тоже ходите. И всегда вокруг. Да? Значит, мне лень нагибаться. Нет, Валентин, ты зря стараешься. Неужели вы не понимаете, что если махнуть на эту рукой и ничего не делать, то через 2 дня растащит весь палисадник? Так оно и будет. Неправда. Увидите, они будут ходить по тротуару. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды. Да нет же. Они поймут. Вы увидите. Должны же они понять, в конце концов. Я посажу здесь маки, и тогда... Маки? Маки. Валентина, напрасный труд. Это не работает. Маки. Да, привет. А что такое? Знаю, получил повестку. Ну да, тот самый процесс. Начальство беспокоится. Ну, можешь его успокоить, я не еду. Там уже все решено, а с меня хватит. Слушай, здесь рядом девушка, и я не могу тебе сказать всего, что я об этом думаю. Девушка? Да, интересно. По-моему. Здешно, как это ни странно. Успокойся, ты в отцы годишься. Ну, привет. Да, жду машину. Валентина. Оказывается, ты красивая девушка. Не понимаю, как я раньше этого не замечал. Да брось ты эту калитку. Ну что там, помочь тебе? Если хотите. Подержите ее. Держу. Да, так. Да не опускай голову, ты же не видишь, что делаешь. С этой калиткой не так-то просто. В другой раз легко, а сегодня что-то не получается. Да, в самом деле, странно сегодня утро. Вижу тебя целый год, и только сейчас разглядел по-настоящему. И я должен тебе сказать. Не надо. Ты лишаешь мне слова, почему? Потому что вы надо мной смеетесь. Смеюсь? Нисколько. Ты красивая, Валентина, и что в этом смешного? Ну вот и уже покраснела. Я давно не видел, чтобы кто-нибудь краснел в этой стране. Сколько тебе лет? 17? 18? Да. А почему ты не в городе? Твои сверстники, по-моему, все уже там. Да, многие уехали. А ты почему осталась? Осталась.
А разве всем надо уезжать? Ну, раз ты осталась, значит, есть какие-то причины. Значит, есть. Я слышал, тебя отец не отпускает, это правда? А вам неинтересно? Послушай, Валентина, ты замечательная девушка. Все у тебя на лице, все твои тайны. Ты не уехала, потому что влюбилась? А в кого интересно? У вас. Уй! Ты серьезно? Вы слепой, но не глухой живой. Откровенно говоря, ты ничего хуже не могла придумать. Ты славная девочка, ты прелесть, но то, что я сейчас сказала, выброси из головы. Это чистейшей воды безумие. Забудь, никогда не вспоминай. И вообще, ты мне ничего не говорила, а я ничего не слышал. Вот так. Я не сказала бы никогда, вы сами начали. Я пошутил. Валентина, Валентина! Стой. А где же твоя машина? Сидишь тут, бедненький, один, скучаешь, развлечь тебя некому. Наши окна напротив, так что извини. Надеюсь, тебе хорошо будет? Прекрасно. Только вот не слышно ничего. Ну и как? Да вот так, слово за слово, незаметно кое-что выяснилось. А раньше ты этого не замечал. А ты замечала? И как оно тебе понравилось? Она милая девушка, разве нет? И я жалею, что не замечала этого раньше. Кроме того, она напоминает мне мою первую любовь. Я серьезно. А в довершение ко всему, вот оказывается, она уже в меня влюблена. И что, и как, по-твоему, все это называется? Не пойму сейчас, над кем ты издеваешься? Судьба, другим словом не назовешь. И она говорит мне, дерзай, старик, у тебя еще не все потеряно. Вот она говорит тебе, тот самый случай, лови, уже другого не будет. И что дальше? И известное дело, я благодарю судьбу, хватаю девчонку, начинаю новую жизнь. Тебя это устраивает? А тебя? Зин, ты что, дура? Ну, в самом деле, мы с тобой знаемся, мне кажется, уже 1000 лет, а ты ведь совершенно меня не понимаешь. Ну, совершенно! Ну, скажи на милость, чего ты сюда прибежала? Зачем? Что такого ты здесь увидел? Что? Что у меня может быть с этой девчонкой? Ну чем, черт, меня повери, похож я на влюбленного? Ну чем, я тебя спрашиваю? Похож я на нее хоть чем-нибудь? Боже мой! Кто сегодня с вами? Что вам от меня надо? Я ничего не хочу. Абсолютно ничего! Единственное мое желание, чтобы меня оставили в покое все! И ты тоже! Ты прежде всех! Кося, пожалуйста, на тебе лица нет, ты не заболел. Уйди, Зина! Я уйду, уйду! Уйди, я тебя прошу! Ты втихаря к ней подбираешься? Я ж тебя предупредил, может, ты не понял. Нет, пока еще не понял. А я тебе говорю прямо. И при том последний раз говорю. Увижу тебя с ней, обоим не поздоровится.
Последний раз предупреждаю, а там убью, понял? Убьешь! Убью и не посмотрю, кто ты есть. И что там у тебя на ремне прицеплено. Убьешь! А что думаешь, пушки твои постесняюсь? Да плевал я на твою пушку. А что пушка? Вот она. Убьешь! А то еще не убьешь, напугаешь только, лечу добру покалечишь. Или убьешь. Надо будет. Обойдусь и без него. Поленом, что ли? Нет, милый, поленом это вульгарно, поленом я не согласен. Брат-следователь, я тебя предупредил, ты меня понял. И учти, давай разойдемся добром. Слышь, шуруй по чердакам бомжей ловить. Знай свое место. Как ты сказал? Ты слышал, неудачник? Приземлили тебя в этой дыре, так веди себя правильно. И учти, этот разговор последний. Если увижу... Увидишь. Сегодня же ты увидишь. Брось. Мы встречаемся здесь в 10 вечера. Мы с ней давно встречаемся, ты опоздал. Заткнись. Ты зря стараешься, ты ей не нужен. Она любит меня. Заткнись, тебе говорят. Тебе не видать ее, идиот, как ты не понимаешь? Никогда! Стреляй! А? Положи на стол. Теперь на меня. Осторожно. Стоп. Пошел. Ну чё, Сид, как оно с городским? На твоём месте, Валентин, я бы давно отсюда уехал.
Ну а докуда это будет продолжаться? Думаешь, заступился он за тебя, так значит, что ж, не замечал он тебя. И не замечает. Ну скажи, не так? Так, тетя, не так. А жена у него в городе? Ну, не знаешь ты, что ли? А Зинаида? Или ты не видишь? Вижу, тетя Аня. Так за кого ж ты переживаешь? Ну, подумай. Не стыдно тебе? Нет. Не стыдно. Я никому не навязываюсь. А из-за кого переживаю, это мое дело. И вы мне не можете запретить. Не то, что вы, если хотите знать, даже он сам мне не может запретить. Это мое дело. Что с Павлом-то делать мне? Не даст он нам с тобой покоя. Слышь, Валентин? Не отстанет он от тебя. Анна Васильевна, а вот здесь вот... Валентина! Дела ядреная, бабушка. Человеку не верит, бумагам верит. А я слышал, ты чего? Пенсию себе хлопочешь? Тайгу ухожу. Обратно ухожу. Помирать, что ли, собрался? Че ты скалишься-то? Ты лучше скажи, что человеку делать. Ну а что? Вопрос можно решить. По-деловому. А у тебя дети-то есть? Ну, дочь у него одна. А что толку-то? Она уехала и с концом. Да? Ну, так в суд надо подавать. У-у-у. На алименты. На дочь свою. Ее найдут. Будете с ней судиться. Зачем суд? Почему, дочка? Не надо. Чего ты испугался-то? Судить-то будет заочно, притом в твою же пользу. Ты пойми, дочку твою найдут. Найдут? Ну вот в чем и дело, она же тебе помогать должна. Но если не захочет, по суду заставят. Нет. Обратно ухожу, тайгу ухожу. Ну и правильно, правильно, Илья. Они тебя научат собственной дочерью судиться. Твое дело свободное. Закон тайга, прокурор медведь. Собирайся, брат, до дома. И вот что, Илья, я с тобой пойду. О! А что, не возьмешь? Забыл, как вместе промышляли. Думаешь, от тебя отстану? Ничего уж как-нибудь, управлюсь. Ну ты че над стариком-то издеваешься? Какой ты ходок! Какая охота! Фу, елки-палки, не твое дело, тебя не спрашивают. Ты с ума, что ли, сошел? Ты здесь маешься, а там? Там лучше, чем здесь. Все, и давай без шума. Хватит. Соболей станете добывать. Ты на мою долю-то прихвати. Забудешь? Ну да. А добывал, было дело. Было. Было. Да прошло. Все, 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 пошел сам. Сам пошел. Иннокентий Степаныч! Иннокентий Степаныч! Идите сюда. Да, Зинаида Павловна. Вы мне нужны. Всегда пожалуйста. Выпить хотите? Стой.
Стаканчики граненые упали со стола, упали и разбились, разбилась жизнь моя. Мне бедному стаканчиков граненых не собрать, и некому тоски своей и горя рассказать. Не бьется сердце бедное, и одинокий я. Прощай же, радость светлая, прощай, душа моя. Прощай же, радость светлая, прощай, душа моя. Зинаида Павловна, вы поймите меня правильно, я же не поликомыслю, я женить смогу. Просто мы с вами друг друга неправильно поняли. Ну, посудите сами. Гожусь ли я вам в невесту? Что, Зинаида Павловна? Вы были женаты? Ни разу. Ну вот, а я и замужем побывала, и... Нет, Иннокентий Степанович, я вам не пара. Вам нужно искать невесту достойную вас, достойную, вы понимаете? В смысле? Что сейчас требуется от невесты для такого солидного и перспективного бизнесмена, как вы? Ума не надо, опыт ни в коем случае. Забота, преданность – это все лишнее. Да. Сейчас самый модный тренд – это невинность. Вы понимаете? Ищите девушку. Так труба у нас с этим вопросом, Зинаида Павловна. Прям скажем, катастроф. Плохо ищете. Так я уже себе места вроде облазил. Ну, не в школу же мне идти, сами понимаете. А Валентина? Она вам что, не нравится? Ну, она... Ей же удобно. Мне уже давно не 40 лет. Вы себя явно недооцениваете. Вы думаете? Да я уверена. Вы у нас тут первый жених. Это вам каждый скажет. Пашка. Он ей не нравится. А вы не думаете, что она посматривает на... Вам показалось. И хватит рассуждать. Надо действовать. Поговорите с ней. Покатайте на лодке, побеседуйте с ее отцом, он человек патриархальный. Да мало ли что, Иннокентий Степанович. За счастье нужно драться зубами и ногами. Я все понял, зубами и ногами. Зубами. Чё? Котлеты. Валентин, котлеты. Валентина, мне с тобой решить надо один вопрос. Да. Скажи мне, а у твоего отца на лодке какой мотор стоит? До сих пор Москва. У меня японский. На 35 лошадей больше. Вопрос не об этом. А ты когда работу заканчиваешь? Через час примерно. А что? Ну вот и перенесем этот разговор после работы. Можете сейчас сказать? Нет. Разговор очень серьезный. Вопрос, так сказать, обоюдоострый. Как хотите. Да.
Добрый вечер! Добрый вечер. Добрый, коль не шутишь. Отличная машина. Я японские предпочитаю. Не хотите поменять? Могу посодействовать с кредитом. У меня в банке знакомая есть. Федор Игнатьевич, а как у вас со временем? У меня разговор к вам есть. Разговор? Что ж, выкладываю. Разговор, можно сказать, серьезный. Вопрос обоюдоострый. Ага. Пошли. Поговорим, Валь. Я когда отсюда уезжал, ты совсем пацанка была. Я не смотрел на тебя, да и смотреть не на что было. За 6 лет я кое-что повидал. Городскую жизнь тоже попробую. И как она? Городская? Я везде нужен. Но не в этом дело. Вот говорят, в гостях хорошо, а дома лучше. Может, правда? Да и Чулимск скоро будет не узнать, а что? Открыть здесь свой бизнес. Зажить по-человечески. Твое дело. Что я тебе посоветую? Следователя ждешь? Никого я не жду. Врешь. О чем с ним говорила утром? Я все знаю. Подслушивал? Да нет у меня такой удачи подслушивать. Он сам мне все сказал. Не ври, Павел. Он сказал, что ты будешь ждать его здесь в 10 часов. Чего так смотришь? Не прикидывайся, Валя. Он сказал, что вы встречаетесь давно. Не мог он так сказать. Да, но он сказал ведь! Разве что снова пошутил. Разговор серьезный был. Ты его не знаешь. Шутит он или серьезно, сразу у него не поймешь. Зачем выдумывать того, чего не было? Не было? Было, не было. Тебе-то что? Было бы, если бы он захотел. Так и знай. А я не хочу знать. Валя, я ничего не хочу знать. Я к тебе серьезно. Сегодня в Потеряхе танцы. Нет. На руках тебя понесу до самой Потеряхи. Я не пойду. Не могу я с тобой пойти. Пойми. А я тупой, Валь. Я не пойму. Валентина! Нечеткин, что тебе свидание назначил? Глупости, папа, он просто хотел о чем-то поговорить. Он свататься приходил. Свататься? Не смеши, отец. А я не смешу. Я серьезно говорю. Сядь. Скажи мне, сколько тебе лет? А ты не знаешь? Ты не знаешь. Все еще детством занимаешься. Тебе, Валентина Федоровна, замуж пора. Постой, пап, что ты не то говоришь. То за порог не выпускаешь, а то сразу замуж. А ты послушай. Пришло время и говорю. Женихов не вижу. Те, что вокруг тебя вертятся, это не женихи, а так. Я тебе в сотый раз говорю. Не дай бог, с кем-то увижу из этих. Этот сам пришел. Почисти, по-хорошему. Я уважаю. Папа, ты взаправду, что ли? Старый, скажешь. А ты на сестер своих посмотри. Ну, пошли они за молодых, и что? Одна теперь без мужа мается, другая неизвестно как. Об отце родном забыли. А нам наука. Папа, ну что ты говоришь? Ведь он смешной. Да и вообще, я и слушать тебя не хочу. Нет, ты послушай.
Если человек сватается, значит, уже требует себе отношения. Значит, он не смешной. Потому что у человека есть деньги. Значит, уже не смешной. Да-да, Валентина Федоровна, да, деньги. Значит, человек серьезный. Нищие нынче из моды вышли. Что ты, папа, все про деньги говоришь? О чем мне еще с тобой говорить? Ты же из-за своего палисадника не видишь, что делается? Как теперь люди живут? Пока я жив, здесь твой дом. Вот он стоит, Советская 34. Отсюда и располагай. Все, Павел, собирайся, ехать тебе надо. Все. Все? Я не гоню тебя, я прошу. Ну, сделай это для матери. Ну, пожалей ты меня. А меня кто пожалеет? Павел, опять ты перед ним стелишься. Перед ним всю жизнь стелюсь. Да брось, а сколько вас вижу, вы вечно как собаки лаетесь. Верно, как собаки. Это при тебе, а без тебя это ты врешь. А вот, значит, как. При мне, значит. Завтра же. Уезжай. Ну, спасибо, мать, приласкала, ты меня приголубила. А кто виноват, мать? Кто виноват, а? Я тебя спрашиваю, говори. Откуда я взялся? Ты меня родила или не ты? Замолчи. А кто ждал твоего Афанасия? Замолчи. Ты или я? Ты замолчи, ты! Да будь ты проклят, подзаборник! Паша, 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 Паш, прости, прости меня, что ты меня вырвал. Ладно, мам, вставай. Уезжай, уезжай от греха подальше, уезжай. Иди, мам, иди. Уезжай. Павел. Я пойду с тобой на танцы. Жалела? Не надо. Брось, Павел. Я сама пойду. Только переоденусь. Валя, постой, Валя! Выслушай меня! Не делай этого, Валя! Выслушай меня! Я вам, кажется, не мешаю. Что вам от меня надо? Ну вот. Снова все поломали. Дай я его налажу. Не надо. Да я мигом. Нет. Это напрасный труд. Надоело. Идем. Зина! Я должен перед тобой извиниться за утрешнее. Прости, ты оказалась права. Ты знаешь меня лучше, чем я сам. Ты самая умная женщина на свете, и я хочу, чтобы ты меня
поняла. Я хочу, чтобы ты меня простила. Она не придет. Они ушли на танц. С кем? С Пашкой. Не может быть. Та записка, она попала ко мне. И Валентина, она ее не читала. Васильевна, вы? Я. Не спите? Нет. Я кассу закрыл. Отключи, не знаю где. Голова кругом идет. А ты что не спишь? Да бессонница. Который час? 1:45. Иди уже, ложись. Анна, ты что ли? Я Федор. Я. Ключи. Нашла вот. Кассу закрыла. Деньги не знаю где. Ты чего не спишь? Парень твой дома? Не знаю. Может, Сина Валина чует. Где Валентина? Наши челинские все на танцы ушли, в ключи. Может, она там? На танцы она не ходит. Тебе это известно. Я не знаю, где она. Ну, смотрите. Стой. Ну постой же, ну послушай, что скажу. Валь, не будь дурой, ну до этого, ну ладно. Ну а теперь ты чего? Ко мне больше не подходи. Уезжай отсюда. Не уедешь, отцу расскажу. Thank you.
сопляк! Вульгарно. Суди как хочешь. Вот записка. Она от Владимира. Он написал ее сегодня утром. А я перехватила. Что там было написано? Он ждал тебя сегодня в 10 вечера. Завелась веревочка, она моя. Нет, Павел, нет. Да брось, мать, это пустяки, это только по первости. Она же тебя возненавидит. Я бы тебя возненавидел. Я бы тоже. Я бы тебя возненавидел. И я бы тебя возненавидела. Зря стараешься. Все, следователь, твое дело сторона, ты опоздал. Подонок. Уходите! Уходи, следователь! Не мешайся, не свое дело! Уходите оба! Вот это было... Со мной. Она была со мной. Мы были в потеряй. Врешь! Я с ним был, я, он врет! Я была с Мечеткиным. Они здесь ни при чем. И пусть они не врут. Thank you.
самый дом построил купец Черных. Между прочим, ему наворожили, что он будет жить до тех пор, пока не достроит этот дом. И когда он его достроил, он его начал перестраивать. Всю жизнь перестраивал. Шаманов, скажите, есть у нас сейчас машина? Нельзя ли подбросить меня к самолету? В город. Да, я хочу выступить на суде. Да, завтра. Нет, я решил ехать. Нет, я поеду. Мне надо. Мне это надо. Не мне одному. Спасибо. Успеем. Подожди. Я чиню его для того, чтобы он был целым. Ты возлагаешь на них слишком большие надежды. Потому что они будут ходить через палисадник всегда. Они поймут. Вы увидите. Если махнуть на это рукой и ничего не делать, то через 2 дня растащат весь палисадник. Так оно и будет. Должны же на них понять в конце концов.